Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня десяточка, и давно мы сюда не забегали. Ну как давно, вчера или позавчера я там выложил видосик, качнул я 10 героев по 10. И сегодня у нас вот такой вот трешечок. Забрали мы новый скин. Ну, новый скин, в плане не новый скин, которые новые скины получились, потому что, к сожалению, они еще недоступны для большинства игроков, скажем так, без донатов, потому что цена, как видите, на паке, говорю, без донатов, там средних и мелких донатов высока, но со временем, думаю, можно будет их тоже получить. Честно скажу, скины мне так зашли очень, зашел скин на Анубиса, и скин зашел на нового героя тоже неплохо. Ну, Асура, конечно, ни о чем. Ну, Фрейя такая себе. Вот. В общем, вот так вот. Здесь у нас скин на Ворожея. У меня на Ворожея не хватало скина. Это очень, очень, скажем так, важно, потому что скин на Ворожея нужен. У нас Ворожей тут. Сейчас мы его подкачаем. С СО, если я не ошибаюсь. Напоминаю, этот аккаунт будет разыгран, ребят. Я его качаю до определенного времени, потом создаю голосование. Вы говорите, дальше качаем. Большинство голосов определяет, что мы делаем, либо разыгрываем. Был опрос уже по данному аккаунту. Сказали качать дальше. У нас еще нет нескольких героев. Ну, я думаю, мы скоро их соберем. Космо нету. Половинка есть. Валька. Ара. Новый герой, Разруха, Санта-Бум и Минотавр. Вот так вот это все, чего не хватает при умеренном донате. Вот так вот. То есть у нас еще немножко осталось. И у нас скоро будет Минотаврик. Так, что сегодня интересного? Коллекционер, в принципе, видите, уже слизни дали за суккуба. Можно попробовать выбить, конечно, землеройку. Я думаю, может, это роллинг устроим. Что тут интересного у нас? Баст. Ну, неплохо, неплохо. А, апекс камни добавили. Ничего себе. Вот так вот. Такс, хорошо. Поехали в наш алтарь. Наверное, сейчас зарылим, посмотрим, может, повезет. Так, Ворожей. Начал я качать Ворожея. Давайте попробуем. Ну, я хочу на него сложить, словить оживу на фарм локации. Это будет и на PvP локации тоже очень. О, ничего себе, пакт. Ну, пактов здесь хватает. Так, тут я думаю, мы сделаем вот так вот, просто поменяем сейчас. Просвет все равно здесь будет не актуален пока что. Книг все равно хватает на прокачку всех героев. Так, давайте дальше пробуем на Ворожея словить. Это интересное. Выживание. Ну, оно, к сожалению, ну, оно у нас есть, оно не особо надо. Так, баст, ярость, просвет. Просветы я ставлю на гарнизон, чтобы их потом, чтобы гарнизон было потом нормально качать. Вот, кстати, вот смотрю, очень, о, отлично, ожило. Смотрю, что очень плохо падают. Не знаю, возможно, на этом, на английском я на аккаунте на основе показывал. Плохо падают талантики смотрителей для архидемона. Ну, бог войны, который на сегодня просто не актуален. Баст. Так, отлично. Давайте сразу же. Я пока не качаю на максималку. Не хочу тратить камешки.
Так, что у нас? Огник есть, Махатма. Кстати, утекание неплохо было бы словить. Ну, надо просвета докачать. Как видите, здесь довольно-таки неплохие уже герои есть. Скины, правда, не на всех есть, но у большинства героев уже топовые скины стоят. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Ну что, поехали, попробуем. Надо, ребятушки, надо вытащить. Ну, с вас, конечно же, лайкусики. Ну, было бы неплохо белку словить. Точнее, бобра, не белку. Белку не надо ловить. Так, английский рандомчик. Нам нужен дедушка. Рогаточка, отлично. Медузка. Еще одна рогатка. Фига себе. Гаргул и Дед Мороз. Да, ребята, еще один недостающий город. Мы могли его и так где-то надыбать, но это все фигня. Мы его так получили. Так, рогатка, Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз. Где-то наш Дедушка Мороз. Отлично. Дедушка Мороз есть. Вот он, Санта Бум. Ну, можно ему, кстати, и бас сразу поставить. Так, огненько, отлично. Ну что, поехали дальше. Будем пробовать. Ара, которого нам тоже не хватало, ребятушки, просто офигеть. Посмотрите, что у нас тут делается. Ара недостающий есть, остался Космо и Валька. Ну, Космо мы и так, в принципе, соберем. И у нас останется только новые герои и донатные герои. Отлично. Ну, на Ару надо нам ремку ловить. Так, утекание тоже есть у нас. Так, давайте так будет побыстрее. Мы его найдем. Супер. Вот это мега удача, ребят. Сразу два. Знаете, ну, они простые, обычные герои, но когда у тебя, блин, валом героев, реально очень сложно добыть то, чего не хватает. Так, давайте качаем. Так, и сразу же сделаем уровень. Так, ну давайте пока так поставим, нам надо. Нам нужна ремка. Многие скажут, блин, столько талантов сливаешь топовых. Ну, у нас тут уже прокачки и так обалденные на героях. Это причем мы не дошли до Минотавра еще даже. Если сравнивать, кто-то там написал, что если сравнивать аккаунт сейчас, прокачку, и там пару лет назад, это просто нереально. Тут за копейки вы сейчас просто достаете и качаете фулак. А на русском сервере там или раньше это просто нереально такое сделать. Так, утекание давайте Махатме поставим. Еще один просветик. Да блин, ну давайте уже. Было бы неплохо еще, знаете, словить новый талантик. Было бы очень эпичненько. Отлично, ремочка, ребятушки. Это просто оно. Люблю этот сервер. Все, что надо, есть. Супер просто.
Просто супер. Такс. Отлично. Ну что, поехали дальше. Испытывать удачу. Имка, ниндзя. Блин, оно по сути надо только Космо и Белка уже. А, еще и Валька. Это три таких бездонатных героя. Малышник. Сноу. Ну давай, Санта Бум еще один, повторочка, отлично. Дракос. Призрачная. Ну, дайте, блин, еще имбу какую-то. Хотя мы и так две достали. Два недостающих героя. Я уже рад, что мы это сделали. Гарпия. Лазуля, ребятушки. Обалдеть. Вот так вот еще Лазуля одного достали. И мы его, блин, покупали, но мы его так вырыли. Отлично. Паладин. Сердцеедка. Блин, ну круто падает. 150 и 150. И вот так вот в конце еще упало. Ну, что могу сказать? Вообще обалденно. Смотрите, еще какие герои в запасе есть. Круто. Такс. Что у нас есть по гифтам? Интересно. Ну, тут карта. Блин, Валька нам нужна. Одна Валька осталась. Таких. Можно с карт получить. Так. Вот такие вот сумочки Космо у нас еще остались. Давайте их откроем. Вот так, quick open сделаем. Плюс 50. Так, ну-ка, 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 что у нас уже появился скин на Космо. Вот, кстати, это можно обменять. Так, вроде больше ничего не можем. Так, а что по скинам? А 40-50. Так, вот чуть-чуть нам не хватает. Совсем чуть-чуть. Сделаем вот так вот смену. Такс, отлично. В принципе. Вот такой вот день сегодня у нас. 133, 313, еще 20 можно сейчас сделать. Так, Арону надо будет качнуть. Сейчас мы кому-то скилл качнем. На восьмерку. Нормально так тут уже хватает. Даже не на восьмерку, просто на один апнем. Плюс 20. Вот так вот, ребятушки. Блин, вроде и ничего такого имбового не получили. Зато получили два недостающих героя. У нас осталась одна Валентина. С того, что можно там либо вырыть, либо с карты достать. А вот дальше ролик у нас останется только два героя. Одного мы уже практически дособирали. Думаю, следующий раз мы уже. Его можно было бы уже давным-давно собрать, но мы не спешим. Вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики. Не забывайте, что видосики все с десятков, с целого плейлиста будут участвовать в розыгрыше аккаунта. Всем удачи, всем пока.